Ширакской области Армении произошло ДТП, вследствие которого скончался 25-летний гражданин России, сообщает пресс-служба МЧС Армении. В ночь на 23 января в МЧС Армении поступил сигнал о том, что на улице Бульвараин в Гюмри горит автомобиль. Выехавшие на место спасатели выяснили, что принадлежащий 25-летнему мужчине автомобиль Opel Astra врезался в грузовик с прицепом. Пожар был потушен, а из машины спасатели извлекли тело водителя. Сообщается, что погибший Леонид Хомяков, он был военнослужащим 102-й военной базы в Гюмри.